В разрывах мира Ивальди якобы спрятал какую-то страшную тайну. Но кто знает, гномы такие странные и... Да, я помню, что я тоже гном.
Да вы молодцы, парни! Не думал, что мы выберемся. Запечатали все три разрыва в пространстве. Как ощущение? У меня пальцы отваливаются. Ты растешь, Атрей. Это было непростое дело. Можешь гордиться собой. Да. Спасибо, отец. Thank you.
Нужно что-то новое перед походом к разрывам мира? Имей в виду, я все это не одобряю. Знаешь что, Синдри? Мы закрыли разрывы мира. Что? Не может быть. Я не верю. Да, потратили кучу времени, но запечатали их. Невероятно! Нужна такая сила? Он говорит правду. Нет, врать вы не станете. Что ж, тут можно только сказать спасибо. И Вальди с сыновьями тоже бы вас поблагодарили. Что приглянулось? Пусть держит грабли подальше от моего топора. Ясно? Я еще почистил подарок. А то это кровище. Спасибо. Ведь было что-то еще.
побродили чуток по Нифльхейму. Откуда ты знаешь? Да эту вонь и Вальди ни с чем не спутаешь. Кроме того, у тебя туман на башмаках. Да, парень. Совет Валькирий. Валькирий же из Вальхаллы, нет? Рад, что ты хоть что-то слушал, брат. Все верно. Вальхалла — великий чертог Инхериев, родной дом Валькирий. Но там они на виду у все отца, сам понимаешь. А их отношения с Одином были, ну, натянутые, по крайней мере, когда я был его советником. Почему? Это еще более долгая история. Сейчас лучше осмотреться, понять, что к чему. Хозяйка войны. После всякого боя она первой появлялась на поле битвы и вела души достойных воинов в Вальхаллу. Тяжкая задача, но она ею очень гордилась. Всякого боя не может быть. Все так. Конечно, ей помогали сестры. Но Гун всегда являлась первой. Ее суждение о павших не подвергалось сомнению, и потому Один весьма ее ценил. Она была его любимицей. Гёндуль. Прекрасная Гёндуль. И? А? И все? Прекрасная Гёндуль? А история? Прости, приятель. От вида Гёндуль у меня всегда перехватывает дыхание. У нее сладкие речи, быстрый ум и такая фигура, что она в самом прямом смысле сводила мужчин с ума. Один даже запретил ей появляться в Мидгарде, потому что безумцы в Вальхалле ни к чему. Это Гейрдрифуль, мастер оружия Вальхаллы. Отвечает за вооружение и тренировку инхериев Одина. Кого?
Его армии на случай Рагнарёка, ведь затем Вальхалла и нужна. Инхерии ждут его в чертоге, бесконечно обжираясь, надираясь и предаваясь блуду. Когда настанет Рагнарёк, Один призовет их, и они пойдут за него в бой. У Гейрдрифуль хлопот полон рот с такими-то вояками. Друзья мои, Кара. Конечно, все валькирии по натуре вспыльчивы, но Кара — это само воплощение бури. Бури. Да, сперва спокойно, а потом воздух дрожит, и начинается хаос. Это даже красиво, особенно если смотреть на это все из укрытия. А еще ее слезы омывают залитые кровью поля сражений. Убитых. Выбирают не все валькирии? Не все. Хотя именно это принесло им известность. Ведь это их первейшая обязанность. Ты сам видел, что стало, когда валькирии перестали судить умерших. Скитальцы. Верно. Рота, гун, скульт занимаются отбором павших после боя. Без них Хель переполнен душами, которым место в Вальхалле. Печальное зрелище. Рота наверняка в ярости. У нас Гейр, целительница. Валькирия целительница? Странно. Да, Гейр была странной. Очень тихой, спокойной. Ее сестры как шумные горные реки, а Гейр как ласковый ручеек. Она исцеляла и смертных, и богов, и даже излечила одного всезнающего мудреца, который однажды перепил и сверзился с горы. Ай, до сих пор стыдно. Так, Хильдр, хозяйка битвы. Они с Одином на удивление хорошо ладили, а вот с прочими валькириями не особо. Ее чаще всего можно было найти здесь, в Мидгарде. Она наблюдала за распрями смертных, а то и сама их разжигала. Кое-кто считает, что она сама воплощение вражды. И что станет с ней теперь, когда она свободна? Когда-то она была дочерью могущественного вождя и пала в битве с разбойниками, защищая его. Ольрун приняли в Вальхаллу, но там она решила посвятить свое посмертие погоне за знаниями.